без ножей по состоянию. Она мне отозвалась, а потом меня напугали, сказали, что могут им там наказывать как-то, если они отзовутся, и поэтому я уже сегодня молчала, когда выборы были. Но что делать? Мы же не ведем себя агрессивно. Мы стоят женщины, у которых тоже есть слово. Мы боимся быть задержанными, но мы хотим, чтобы нас слышали. Мы хотим просто, чтобы просто быть услышанными. Это же так легко.